Изо студия «Арт Позитив» существует с 2015 года, и за это время в нее вошли талантливые, увлеченные, стремящиеся к совершенствованию люди, которых объединило одно – желание творить и открывать в себе новые возможности. За годы существования изо студия создала и воплотила многочисленные выставочные проекты. Очередной вернисаж под названием «Палитра осени» открылся в Художественном музее Брестской крепости. Выставка «Арт студии Позитив» – это 11-я выставка. И каждый раз наши девушки совершенствуются и ищут новые возможности показать публике, городу Бресту свои работы. В этот раз мы выставляемся в музее художественной в Брестской крепости, потому что уровень работ наших художниц достаточно высок. Это возможность показать работы художниц еще и всем людям, которые приходят в музей Брестской крепости. Всего на вернисаже представлено 79 работ в различных техниках, среди которых также масло и акварель. Все картины объединяет одна общая тема – прелесть осенней природы. Однако среди прекрасных пейзажей встречаются также натюрморты, которые невозможно не выделить, поскольку созданы они легкой рукой талантливого художника. Занимаюсь живописью, серьезно занимаюсь, с 2011 года. Я посещала студию изобразительного искусства при Ленинском центре социальной помощи населению, а потом нас 2 года вел занятия художник Казак Сергей Иванович. И особенно с ним, мне кажется, как-то у меня пошло развитие. Были созданы вот такие вот работы, «Бурная река», такая прекрасная осень и прекрасная река. Это усадьба Немцевичей в Скоках, то есть это работа, которая была на пленэре сделана практически, уже доделывалась она дома. Я люблю цветы, у меня здесь присутствует натюрморт с пионами, очень красивый. Кроме того, я рисую природу, эта природа тоже. Осень мне нравится лето рисовать. Еще у меня несколько картин есть. Танец фламенко меня как-то это вдохновляет. Мы давно уже объединены общими интересами, общими желаниями творить, создавать новое. И это является нашим большим хобби. Мы работаем, не ограничиваем себя какими-то узкими рамками. Восхитительные осенние полотна никого не оставят равнодушным. Они вдохновляют, дарят жизненную силу, способность мечтать, а также могут привить человеку любовь к прекрасному. А для того, чтобы в полной мере насладиться творчеством талантливых художников, каждый желающий может посетить выставку. Она продлится до 20 декабря.